Ты можешь 100-500 раз нажимать на кнопку play, он тебе не покажет видео, тебе надо обновить страницу. Лол, как Твич это вообще? говно. Скорее бы все на YouTube Gaming какой-нибудь перелезли, там таких проблем точно нету. Как он меня достал, этот Twitch. Просто весь мир бы пересел бы куда-нибудь на нормальный какой-нибудь сервис. В общем, ладно, если у вас не идет трансляция, то обновляйтесь. Короче, Twitch полное дерьмо. Запоминаем, повторяем это. Да. Он из Тон Философа пошло, вроде как. Ладно, будем ждать тогда, пока все подтянутся, обновятся и подобное. На самом деле очень странно, этот первый раз у меня за вот сколько мы стримим уже? Полторы недели, да, наверное, уже идут у нас трансляции. Так вчера только такое говно началось. А, да? Да. Лол. До этого не было. Привет, Дениска. Так, ну ладно. Короче, бой у нас, как я уже говорил, стресс против Лина. И Лина наконец-то встал на темную сторону и начал вязать трубы кнопки. Поэтому посмотрим, может кто-нибудь сможет противопоставить стрессу. Может быть, что-нибудь и изменится. Блин, и сплошные только мечи у нас пишут в чатике. Модераторы. Да, ну пишет, в принципе, 22 человека смотрят. Я думаю, ладно. Короче, ребят, какой только звук, надо обновить страницу, иначе не пойдет картинка. Да. И, Михалыч, продолжай спамить чат, чтобы обновили страницу. Ладно, мы тогда начнем. Да, я думаю, будем начинать. Так, первым хостил стресс. А, Лина. А, да, стресс, да. Стресс. Давай, на счет три готов. Тогда. Угу. Раз, два, три. Тянешь, мы тут не зитатлс. Так, Стоун Философ пишет, что 8-0 на стресса. Так, Канами тут вылезла. Белый экран. Белый экран. Все нормально. Опшн. Угу. GTA не читай мник, пишет, что ставит на стресса тоже 8-0. Все ставят на стресса. GTA Шник Сити это есть Лина, он ставит на стресса. А, да? Лина ставит на своего соперника. Отлично. Ну, Лина-то уже знает, как бы, результат, поэтому ему можно доверять, я думаю. Так, у нас тут что-то непонятное, но только посмею выбрать Дона. Так, сейчас, ребятки, я вам переключу картинку. Вы, если что, не ссыте. В любом случае, первый бой вы с картинкой увидите. Ладно, отлично. Николор уже пора привыкнуть. У нас уже есть зеркальный бой, это прекрасно, Лина берет Дона. Садится на жопу. Что будет делать стресс? Пока ничего не делать, пытается попрыгнуть чердушку, это невозможно сделать. Нарывается на все, что можно. У тебя же есть вертушка. Ну вот он делает, и Лина хорошо реагирует на это и вылетает. Есть такой вариант, можно Доном в такую игру играть. И не то чтобы очень просто с ней что-то сделать за некоторых персонажей, но залево ты вот ловит ростки расстояния, но везет стресса. Хорошо реагирует на вертуху. Стресс не делает то, что должен делать, должен вблизи миксовать, пока Макс миксует издали. Лина на все это реагирует. Пропускает мяч в углу, пойдет и что-то, да, неплохо миксует стресс, ну прыгает на Дона, зачем прыгать на Дона? Ай-яй-яй. Так, X-Ray у нас тут еще пишет 8-2 стресс. Блин, да, прыжки на Дона, это, конечно, такое дело. Так, Василий пишет 8-1 стресс, вот видно, сразу у всех все обновилось, начали писать счет, ставочки. Ладно, второй раунд. Дони опять сидит на жопу. Да куда ж ты? Ребята, прекратите! Черепашки доказывают просто, что их учителем была крыса. Вот крыса прилетела, бросила шарик и... Ладно, Лина, он новичок, но, блин. Ловит ростки расстояния, сейчас надо выбивать стресса, выбивает, молодец. Не-не, смотри, это просто тактика такая. Ввел заблуждение соперника и сейчас победит. Сейчас ошибается. Пытается раз бесконечно дергать, в итоге сам нарывается. Ой, это худший раунд, который... Это худший раунд, который я когда-либо видел. Боже мой, тактика Сплинтера во всей ее красе просто.
Вы теперь вы понимаете, что будет, если мы поставим, допустим, раунд, просто бесконечное время в одном раунде. Все будут просто сидеть на жопе и бить ручки. Ой, бля. Да, пацаны, спасибо, поржал от души. Ладно, 0-1 в пользу. Пользу за Лина, и мы будем снова смотреть. Нет, ну в этот раз мы смотрим Mirror. И вроде бы сидение на жопе прекратилось. А тут у тебя нет опции, чтобы сидеть на жопе. Ну, зато да. Не можно. Зато есть спам сверл. Нельзя спамить сверла, ребят. Неужели вы не знаете какие-то фундаментальные знания какие-то? Ну так. Смотрим, тут, в принципе, неплохо пока что размениваются сверлами. Стресс пытается как-то подобраться, наверное, не смог сейчас подпрыгнуть, поэтому вылетел ногой, вот отходит вроде бы назад, но попадается на сверло, и загорелый Раф побеждает в этом раунде. Лина берет первый раунд. Да, Стресс, конечно, пока ничего не показывает, из-за того, что умеет. Да, он, по ходу дела, просто обескуражен прошлым раундом, так что надо ему прийти в себя. Какие-то ножки непонятные. Стресс экономит силы на будущие бои. Так, трусский подпрыг, можно убивать, да, соперника. Наверное, ну сейчас зажал в углу, но ничего у него из этого не получилось. Так, Лина пока перебивает все сверла своими сверлами. Так, вот Стресс пытался, да, допрыгнуть, за что был наказан. Еще просто спам сверл, наконец-то Стресс выбивает, но, к сожалению, для него был закусан. 2-0, Лина! Опять. Странно, как Стресс играет, наверное, членом. Не, я понимаю, что Лина новичок, но... Ладно, посмотрим, дальше будет. Давайте потом поржем как-нибудь. Надо комментировать все-таки. Извините, ребят, просто первый раунд, второй раунд это было что-то с чем-то. Да. Я, кстати, вчера 480 именно. Тоже работал у всех. Сегодня я поставил еще не через рестрим его, а через Twitch, поэтому лагать, по идее, вообще никого не должно. Ладно, у нас Лина берет Шреддера в ответ Донни. Так, отлично наказывает. Так, дальше следующий миксап. Ох, не прошел. Дальше Стресс ошибается. Стресс не делает то, что должен делать. Он, ну, прямо скажем, поддается. Из-за этого наказан. Ничего не делает пока, вообще ничего не делает, что должен делать. Вот, Кэс попадает задней пилой. Плохо прыгает. Надо было вылетать. Не получилось, походу. Да нормальный бой, Лина, просто второй раунд первого боя. Да, не обижайся, это все просто шутки. Да, мы, если что, просто ржем. Просто всегда приятно посмеяться. Да. Лина ловит Стресса, звонит. Стресс ничего не может ждет. Ловит тролльское расстояние. Лина правильно перехватит его по центру. Еще на тролльское расстояние. Отличный блок. Дальше Стресс опять дарит. И опять дарит. Не знаю, какие-то совсем подарочные пошли, но... Да. Может, Стресс решает проиграть хост, чтобы интереснее было. Возможно. Все возможно. Получается 0-3 сейчас в пользу Лина. Вот тогда... Мне кажется, никто в прогнозе уже не угадал. Да, вообще никто. Было 8-2, но вот 8-3 точно не было. Ну, Лин достаточно уверенно сейчас сыграл Шреддером, как бы все подарочные наказал. Особо своему сопернику шансов не дал, как бы. Тоже не ошибался. И Шреддер от Стресса. Он берет его прям первым. Уже как, дает знак, что безвыходная ситуация. 3-0, надо как-то выигрывать хоть чем-то. Ладно, это просто фора, пишет Николор. Вероятно, так и есть. Вспомним, что Стресс Гектором устроил на прошлом турнире. Честно, я не видел. Поэтому ладно. Ну, там тоже цирк был. Ну так, ну чё, Шреддер у нас от Стресса и Лео от Лина. Так, мог неплохо запрыгнуть за спину, но Стресс прочитал и перехватил. Так, отличный подпрыг, но вот надо отпрыгивать было назад ручкой все-таки, не вперед. И схавывает уже... Это заявка на перфект. Так, суперка. Немножко не достает. Так, неплохо, в принципе, запрыгивал внутрь Шреддера, но не бросил, к сожалению, Лина. И это перфект. Да, по ходу дела, это была действительно фора. Но так делать, конечно, не очень красиво. Гектор играл с пятью кадрами задержки вместо привычных на него 11. Показывал, между прочим, хорошую игру.
Ну ладно, смотрим так. Следующий раунд. Пока что мы наблюдаем прыжки Смольника в исполнении Лина, да, нарывается на мясорубку. Стресс. Пытается дергать, раздергивает, но взаимный обмен суперки. И чуть-чуть не добегает. Лина мог хорошо наказать. Не получается. И да, ну тут стресс четко просчитал и берет этот бой. Гектор выиграл Инкросса, вы что, серьезно? Так я говорю, он с 5 кадрами играл. Охренеть. Там игра вообще более чем содержательная. Не, Инкросс, походу, не послушался моего совета и не стал тренироваться. А Гектор там, я посмотрел демки, там объективно хорошо играл. Вообще Гектор собирается с нормальным пингом играть. Да, ну я буду только рад, если он ворвется. Ладно, что у нас тут? Лина Майки. Стресс, наверное, думает, что будет легкая прогулка сейчас. Ловит на гонщик дальше, бабочка за спину. Так, ну Майки на самом деле пока что неплохо держится на дистанции. Вот хороший подбег. Уходит. В принципе, один из вариантов, что нужно может сделать против Жира. Стресс ошибается, можно было убежать, наказывать не стал. Но сейчас зато подбежал отлично. Хорошая нога. Дальше дурацкая нога наказана. Прессинг не идет, идет в ворону Майки. Все, наказывает. Не ожидает этого стресс. Необычные действия от Лина. Вот сейчас надо было ручку делать, не сделал этого. Может еще выиграть, может еще даже сейчас выиграть один бросок всего лишь. Ну на самом деле, думаю, у стресса булки-то сжались в этом раунде. Ну да, конечно, безусловно. Так, Лина пытается выдернуть на какую-то ошибку. Хоту и наказать его пытался, но стресс хорошо отпрыгнул. Дальше нога вместо бабочки. Видно же было, что соперник спереди опять то же самое. Дальше ошибается, застоялся. Лина хорошо убегает в ответ. Неплохой троцкий прыжок. Не успел ход восстановиться после ножки. Ножку никак не блокирует. Лина, ну, наказывать надо. Чуть вперед убегать в таких случаях, когда бабочка так бьет. О, это ошибка, но стресс затупил. Отлично, антиэр. Ох. Еще раз подстроился. Молодец. Так. Пытается что-то стресс подбег динамику, но ход слишком медленный. Ну да. И, к сожалению, для Лина он все-таки пропускает в конце пару ударов. Ну, опыта не хватило, чтобы с ними разобраться. 2-3, счет. Ну, тяжелый альтерей... Блин. Ну, короче, Шред и Ход теперь у стресса вылетели. И вот кем он будет нагибать? А у Лина-то еще остался. По-моему, хэд-хэд, да. Шредера он уже использовал. Ну вот, бой наоборот, получается у нас. Посмотрим, как проявит себя за Майки стресс в этой ситуации. Так, отличный подбег, очень внезапный, Лина не смог среагировать. Так, но подарочная суперка, собственно, наказывается. Лина продолжает спамить свои бесполезные ручки, как мы уже видели в одном из боев, но зато сейчас неплохо перехватывает. Эх, дернулся, надо было совсем чуть-чуть еще подождать, мог бы наказать эту почти подарочную суперку, но все-таки прокатил у стресса. Да, сел на жопу, нельзя было сидеть на жопе после прыжка, потому что был наказан, почему не может сделать Лина бабочку. Ну, видимо, не знаю, видимо, не умеет. Бабочка делается вниз и любой из ударов в прыжке. То есть нажимаешь вниз и любой из ударов, но, к сожалению, так как ни одной бабочки не было проведено, закономерно победил стресс, но жизни у него осталось не так много. Сумел он ошибаться. Да, Лина, похоже, не знает, как играть за хэд-хэда вообще. Да. Судя по тому, что мы видим просто прыжки с бесполезной ручкой. Можно бить ножкой, если что, если уж бабочку не знаешь, как делать. Просто... Так, у нас опять какой-то сплинтер стайл. Сплинтер сел, блин. Это... Затроллился жир на развороте. Так, да, неплохо два броска. Так, ну вот сейчас вот ошибается. И вот можно было бить бабочкой по ногам, если бы не знаю, как это сделать. Вся дергать нет за стрессом. Да, абсолютно. Все затроллил везде, да. Все троски моменты. 3-3 становится счет. Бесполезная суперка слишком много раз проходила. Да и, блин, под конец вообще забросал просто стресс своего соперника. У них остались два Кассия. Ооо! Кто-то из них самозванец и умрет. Кто из них синий, а кто-то из них трезвый. А кто-то останется бессмертным. Так, Лин у нас второй. По-моему, он сейчас поймал прыжок, дальше раздернул ручку, наказал ответ.
А стресс-то нормально не отвечает, смотрите, ножка, это херовый ответ. Ой, затроллился стресс, ой, затроллился! Хорош! Ой, подарочный. Ой, смотрите, кто-то потерялся, кажется, в бою. Отличный раунд от Лина. На самом деле можно бой сделать менее рандомным. Дальше Стресс пытается подбежать динамиком, в итоге затролливается сам. Не отвечает никак, не отвечает на броски. Если ты не отвечаешь на броски, ты проигрываешь в этом бою, вот отличный прыжок. Так, убивается ножкой. Но только не делай клюху бесполезную. Хороший вихрь от Лина. Пытался подбежать, почти добежал, но затроллился. Оказывается, Стресс этот прыжок. Ну и все, сейчас раунд, по идее, должен брать. Нет, дарит. Что дальше? Фу. Вот эта вот сложная ситуация, когда Кейси ближняя ручка прессингует. Она у него очень быстрая, да, если не ошибаюсь? Она очень быстрая ближняя. И Кейси близко. Так, пробегает через ножку, Лина отвечает своим броском, молодец, хорошо добегает через ножку. Стресс надо изучать не ножкой. Повезло сейчас, что ручка упала, то был бы наказан. Что дальше? Дерготня. Дерготня, но у нас здесь на дистанции. Стресс оборонит. Надо было клюшку раньше давать, не дает ее в конце концов сейчас. Что дальше? Еще одна клюшка снимает воздух. И что мы видим? Вот надо было наказывать уже сейчас. Блин, на реакцию делать клюшку. Еще одну. Ладно, 4-3 в пользу Стресса, первый хост. Да. Поехали, второй. Так, и момент. Так, первый хост за Стрессом. Теперь хостит у нас Лина. Давай. Еще три. Угу. Раз, два, три. Teenage Mutant Ninja Turtles, Mirage Studios, All Right Reserve, Trademark, черный экран, белый экран, Option. Да, все нормально. Hard, Turbo 45, белый экран, US Player. А может быть Стресс просто решил себе побольше экранного времени, так сказать, уделить. Чтоб не в сухую побеждать. Ну ладно, это естественно шутка, если что. Так, тем временем у нас бой раф-раф, и как всегда попадается мне Mirror. Это просто замечательно, прекрасно. На прошлом косте этот же бой я комментил. Так, ну в этот раз Стресс... забыл поменять, ага. Вот, в этот раз Лина у нас на первом косте. Поэтому небольшое преимущество у нас Стресса. Так, смотрим, тут происходит спампил. Ой, фу. Сверл сейчас неплохо запрыгнул, закусил у нас Лина. Так, отбивает. Ну, происходит просто, вот вы сами это видите. Просто спам сверл. И эти сверлы каким-то образом еще проходят. В итоге первый раунд... засверлил Лина. Если против меня так играли, я бы, наверное, смотрел бы куда-то налево и выиграл бы все равно в раунд. Действительно. То ли Стресс реально просто пытается дать преимущество, либо я не знаю, что с ним там происходит. Возможно, пьян. Так, ну вот сейчас вот в взаимных подходах выигрывает Лина. Продолжается спам сверил. Так, ну вот в этот раз отбивает уже все-таки Стресс. Вот пропускает сверло. Так, пытался запрыгнуть и добежать, закусить не получилось. Но пока что все заблочил. Ой-ой-ой, каким-то невероятным образом отбивается у нас в нокдаун. Еще Лина. Еще и сверло за спину. Закус, еще один происходит, и Стресс побеждает в этом раунде. Да уж. Вообще-то Стресс собирался меня обыграть, но после поражения 8-0. Не знаю, с такой игрой, по-моему... Это было слишком опрометчиво такие вещи говорить. Так, ладно, смотрим, тут опять друг друга просто лбами херачат. Продолжается спам сверл, который проходит каким-то невероятным образом. Вот мог добежать, я не знаю, он может где-то хотел ногу сверло, Стресс, у него не получилось, но вот отлично допрыгивает. Нужно перехватывать, Лина пока что не получается, но отличное сверло за спину. И вот таким вот обидным ударом он все-таки проигрывает в этом бою. Так, 1-0. Может, просто он подбалансировал.
Не, Драк, он вроде собирается серьезно тащить. Блин, если он собирается серьезно тащить, надо играть просто 24/7 и со всеми подряд. Вот тогда. Ну ладно, давай, твой бой. Всего потом этого не обязательно. Ладно, значит, у нас. Кто у нас вообще второй плеер тут? Стресс второй плеер Майки. О, у нас тут бой снова. У Майки может заряжать ракету во время удара ручкой. Самый лучший ряд пытается. Вот, пытался подпрыгнуть, хорошо. Наказывает ручку, молодец. Надо ближе стоять и дергать. Что ты сидишь-то? Что ты, блин, сидишь? Это же видно за километр, что ты будешь делать. Блин, неплохо пытался троллить мячиком. В итоге огреб мячик сам. Стресс не смог взять мячик, это подарочное. Что дальше, Стресс? Зачем ты так далеко отходишь? Вот ты за это наказан. Еще раз будешь наказан за это. И еще раз будешь наказан так. Затупил. Время закончилось. Ладно, второй раунд. Подарочное. Оно получилось тролльской, потому что Лина сел. Подпрыгни, перехватит. Хотя было 100 лет его увидеть и перехватить. Подпрыгнул такие, но Лина не вылетел, сейчас вылетит, наверное, и получит стресс. Тройское расстояние к тому же получил и выбивается. Хули ты на тройском расстоянии стресс дергаешь-то соперника? Ближе надо подходить. Еще раз тройское расстояние ловит, но повезло ему сейчас, что смог кинуть. Не смог взять мяч. Бывает дерготня за стрессом. Взял мяч, сейчас ошибся, Лина хорошо прыгнул. Вперед, сейчас еще надо прыгать. Ох-ох-ох-ох-ох. Ребятки, у нас 1-1. Да уж, Лина-то показывает, что за Донни-то он играть все-таки хоть как-то умеет. Да. Стресс пока что, не знаю, хотел ли он, конечно, что-то сделать или нет. Потому что после первого хоста я начинаю во всем сомневаться уже, но Стресс сделать ничего не получилось абсолютно. Он просто не знал, что делать с такой тактикой Лина. Да. Надо, ну понятно, что надо это самое. Никуда не нарываться, надо набить преимущество, даже Донни пусть стоит жопы. Если Донни будет сидеть на жопе, ну... За Майки там особо ничего не придумаешь, разве что чаржи для ракеты во время удара ручкой, и то это опасно нарваться на пилу, да. Так, ну ладно, Лина берет Шреддер, вот веточку идет Лео от стресса, смотрим. Так, непонятная мясорубка была наказана, зато вот отлично сейчас перехватил с лежачки. Опять почему-то эта мясорубка сработала, видимо, не привык немножко Лина играть на турбокнопках. Да. Так, ну вот развел стресс на еще одну мясорубку. Да, и нарывается на суперку. Блин, вот нужно сейчас было блочить и наказывать. Но, к сожалению, не получилось отличные подпрыги от стресса. Ну вот, залетел в коллизию и, соответственно, был наказан. Но вот почему-то не перехватился, а сделалась мясорубка. Тройская, потому что... Да, было. Очень тройский был подпрыг или что там, или суперка, и, соответственно... Лео побеждает в этом раунде. Блин, опять у кого-то лагает. Ну вот что ж такое-то? Может, у меня с сыном действительно что-то не то, хотя дропов просто ноль. У кого ничего лагает? Так, тройска. Так, да, тройска получилась, так, не выпускает совсем Шреддера из угла, можно сейчас просто наказывать, надо было сделать какую-нибудь мясорубочку. Пытался подойти бросить, не получилось, но зато вот сейчас мясорубку проходит. Был не особо хороший прыжок, подпрыг от стресса, так, стресс. Да, разводит опять на мясорубку, слишком рано дергается... Лина, вот сейчас можно было бежать на кассу. Да, и он это делает очень... Второй раз получилось бросить. И мясорубка! Стресс психанул. Да, стресс психует. Так, сейчас только бы не раздергаться, я хотел сказать, но время с чем чуть-чуть остается. Сможет ли... Нет, Шреддер не падает, и Лина побеждает в этом бою. А, нет, стоп, в этом раунде. Сорян. Прикольно стресс сделал в Стройске против Шреддера, но не пользовался этим. Видимо, ждал, что будет мясо, и пытался его заблочить. Фух. Ну вот, еще одну мясорубку, но в этот раз у стресса не получилось добежать. И наказать, то отлично наказывает Лина за такую суперку. Так, ну и стресс просто пытается пешком раздергать. Да не ничего даже не пытается. Него, да, даже этого у него не получается сделать. Но видно, что он расслабил булки, вот за что он был наказан аж 2 раза подряд. Так вот пытается допрыгнуть сейчас, да, допрыгивает, бросает, но сейчас должен быть наказан. А снова плохой подпрыг, но вот сейчас снова хороший подпрыг, вот снова плохой подпрыг. Да, и, соответственно, нет, нету хп у Лео. Стресс почему-то думает, что он сможет одними подпрыгами выиграть. Ну, сейчас мы видели довольно хорошую игру от Лины. Да. Вполне. Он наказал все, что было можно практически. Он, к сожалению, дергался на мясорубке раньше времени, если в первых хосте, там, в первых боях видно было, что Стресс не пойми что делал, то
Ну, тут раф-раф тоже, в принципе, не пойми, что было. Хотя нет, он был второй раф, поэтому он имел право так играть. А тут на втором хосте никаких поддавков незаметно. Да, Стас вроде бы. Играет, как должен играть. Единственное, что тупит, но это со всеми бывает. Так что Лина молодец. Единственное, поменьше бы дергался на это мясо и все. Ну, к турбокнопкам. Да, надо привыкнуть, скорее всего, просто. Так, у нас что тут дальше? Страц у нас жирный. Лин у нас мелкий и быстрый. Как хорошая нога перебивающая. Но дальше слишком долго он не мог сделать огонь, поэтому был наказан. Сейчас Лин не добежал, чуть-чуть вперед надо выбегать в таких ситуациях. Дергать надо стрессом, что дальше? Неплохо, на самом деле, Лина тут на дистанции держишь, но то грибает, единственное, все, что можно. Везет ему, что стресс... Ох, красиво, красиво, пока еще кот не успел развернуться. Стресс, ну, блин, сейчас затроллился, Лина должен был сам кидать, отпрыги... Ох, красавец, красавец, красавец. Поймал этот момент, Роски, когда ход сидел жопой и не стал отпрыгивать, и поймал фото. Такие моменты можно минус мораль поймать. Следующий раунд. Дерготня за Лина. Стресс памят огонь, за это наказывается. Причем как-то... Опять дерготня за Лина, вы посмотрите. Не стал наказывать, стресс опять делает огонь. Дерготня. Не... Хорошая нога, но не развивает стресс это. Если бы развивал, конечно же, Майк бы уже в нокдауне был. Смотрите, что мы сейчас видим. Жир потерян, опять огребает подбег. Ох, заблочено! И если вы посмотрите, что у нас тут происходит. И тут уже без каких-либо поддавков сейчас 3-1 в пользу Лина. Да, и как он четко заблочил вторую бабочку, мог же спокойно выбиваться, на самом деле, Майки. Да, просто стоял в блоке. Бабочка передняя была. Ну что? Лина-то все-таки показывает, что играть-то он умеет. Да. И все эти поддавки, все это впустую, и стресса может огрести. Да. А сейчас нет уже поддавков. Да, а уже их нету. Стресс-то почуял, что запахло жареным, и надо как-то. Весь второй хост играется абсолютно нормально. Да. Так. Ну, значит, стресс у нас берет Шредера. Так, вот веточку у нас идет Лео. На слив, видимо. Да, я просто не помню, кстати, кто остался там уже у Лина. Ну, вроде бы хэт-хэта он еще не брал. Еще кого-то. Так, ну ладно, смотрим дальше. Что у нас, первый раунд. Так, мы видели же за Майки, как Лина, в принципе, неплохо умеет дергать, но вот, к сожалению, сейчас он ловится, точнее, делает два плохих прыжка. Ну, зато отлично запрыгнул за спину, но, к сожалению, бросить, да, не получилось, немножко не добежал. Так, вот нет, плохой тут подпрыг. Да. Тут, к сожалению, ничего Лина не смог показать против Шредера. Да, не хватает опыта, поэтому это, скорее всего, второй раунд будет примерно таким же. Ну да, потому что еще стресс занял как бы оборонительную позицию, а в прошлом бою он именно что атаковал хэт-хэда. А здесь уже как бы... В прошлом бою ему пришлось атаковать, потому что Майки его раздергивал на земле. Да, ну как бы, Лина, видно, что атаковать ему гораздо сложнее, чем обороняться. Ну ладно, смотрим дальше. Второй раунд. Так, пока что дерготня, но вот дерготня побеждает стресс. Так, неплохие сейчас вроде бы прыжки. Не дает подпустить к себе Шредера, но, блин, чуть-чуть не смог добежать. Ошибся Лина. Так, сейчас нет, не сделал мясорубку. Стресс. Молодец. Итак, вот ближний бой. Так, отлично, сейчас перепрыгивает и может бросать. Да, в этот раз все-таки добегает. Точнее, доходит. Так, вот ошибается в подпрыге. Точнее, хотел кинуть, наверное, но вот зато неплохой прыжок за спину, не смог переходить. Это стресс, вот подбег, динамика. И, к сожалению, дарит победу Шредеру под самый конец Лина. Сейчас останется 3-2. Ну, опыта не хватило, ничего страшного. Да. Лев убрался, видимо, на слив, поэтому... Не стоит, конечно, именно Лева брать на слив, я считаю. Лева для всяких других целей полезен. Кто же остался?
Донни от стресса. Жирный от Лина. Ну что, стресс возвращается на землю, Лина затроллился в тролльской коллизии, еще раз затроллился в тролльской коллизии. Даже пытался стресс подбежать, ничего не получилось, даже дарит, оказывается, в углу. Но Лина не развивает атаку вообще никак. Тролльский подпрыг, надо развивать, ни разу это ничем. Дальше стресс сел на жопу, решил, поймал тролльское расстояние. Нет, ну так ты не выбежишь от хеда, что ж ты пытаешься делать, ту хрень всякую. Хорошая ножка, да, вылетел сразу. Подпрыг, возьмет мяч, взял мяч, сразу выкинул зачем-то. Дергане снова побеждает. Лина, еще отличный подбег. Динамика. Ох! Неплохо. Так вот. Ну, слава богу, перестал прыгать с этой бесполезной ручкой, и что-то стало получаться сразу. Да. Потому что на Доне все-таки прыгать нельзя. Так, что предложит Донни? Кот неплохо среагировал, он опять поймал дурацкий коллизий, дернулся на ручку, потом не дернулся. Потом, ох, внезапно подбежал, хорошо он это делает. И еще раз дерготня за Лина. Стресс не верит в дерготне в себя, и поэтому просирает почти всю дерготню. И еще раз Катхед добежал. Ой, стресс. Не делает то, что должен делать, именно прыгать на фото и в итоге проигрывать. Ну что, поздравляем Лина. Полностью заслуженный хвост в его пользу. И у нас допы, ребятки. Кто этого ожидал от этого боя? Я думаю, что никто. Поехали. Первый хвост. Угу. После стресса. Сейчас меняем местами. Сейчас я в глаза воды налью, а что там? Окей, окей. Так, первым у нас в допах хостит Лина. Да, очень был неплохой даже хост от Лина. Получается, у нас вообще ставку никто не угадал. У нас допы, никто на допы вообще не ставил. Никто в них даже не верил. Я тут. Да, давай, готов? Готовченько, да. Давай, на счет три. Раз, два, три. Ты знаешь, музыка Ninja Turtles. Так, белый экран, Option, да. Option у меня только сейчас. А, только сейчас? Так. Говори, когда там у тебя что? Turbo 45, белый экран. Press player. Да, все вроде нормально. Сейчас стресс хостит. Так, хостит стресс. Точно? Да. Ну первый же. Да. Все вижу. Кто там внизу, мне показалось, что... Ладно, неважно. В общем, стресс нас берет Рафа, в ответку идет Шреддер. Так, Афин, ты, да, комментишь, или я? Просто забыл. У меня только сейчас выбран Шреддер и Хатхэт в ответ. Давай стопорнем. Так, да давай, да, стопорнем. Что-то не то. Короче, 4 часа 43 минуты, Лина, стресс. 4.40 еще есть. А, 4... Стоп, как так-то? Все, сорян, не то выбрал. Окей, продолжаем. Я готов. Давай на счет 3. Угу. Раз, два, три. Ты начнем тут Ninja Turtles. Канами, глобальный белый экран. Символ. Да, белый экран, Option. Option. Угу. Так, кто комментит? Hard Turbo 45. Кто комментит? Нахер его знает. Я комменчу. Ты комментишь. Ты давай комментишь. Я комменчу. Ты комментишь, что нечетное количество раунд боев было. Да. Итак, с кого же начнет Алина в допах? Со Шреддером? Беспроигрышный вариант, как говорится. Шахматы.
Первый стресс. Ты поменял ники? Да, стресс. Первый, второй Лина. Так, ну смотрим. Так, неплохо сейчас Лина ловит в стартапе прыжка на бабочку. Ой, на мясорубку Хеда. Так, еще одна мясорубка от Шреддера. Еще одна должна была быть, но нет, все-таки стресс попал. Нет, это отмененная была бы. Так, и как выбивается комбусик у нас. А дальше ошибка, надо было в углу оставлять Шреддера. Да, ну вот пытался сделать еще одну комбу, но не получилось. Но вот сейчас ошибается в подпрыгивании, не получилось попасть по ногам. Отличная мясорубка. И попадается на вихрь стресс. Так вот, первый раунд за Лина. Лина, да почему твой бой никогда не будет стримить? Вовсе не факт. Мы же стримим любые интересные бои. Мы не стримим просто голяк 8-0, но если это, конечно, был не совсем профессионал, там топовые игроки играли. А так-то стримим все. Так, ну ладно, смотрим второй раунд. Так, попадает Викли... да, Викли у нас Лина. Так, бабочка за спину проходит. Нужно все-таки не слишком сильно... Ой, комбуся проходит. Комбуся номер 2, нет, не пройдет. Слишком много времени прошло. Вот только я хотел сказать, надо перестать сильно спамить вихри от Лины, и он перестал их спамить вообще. Точнее, вообще их использовать. И вот, да, получается, бабочка за спину. Так, 1-1 по раунду. Так. Погнали. Вихрь заблочен. Хэт-хэт делает, да, еще один огонь и нарывается. Еще на один вихрь нарывается хэт-хэт. Надо ему что-то придумать. Так, попадает ножкой. Бабочка заблочена. И не раздергался Лина на мясорубку. И заблочил. Да, выждал все-таки, выждал, хорош. Так, попадает ножкой хэт-хэт. Зато не попадает бабочкой. Отличный перехват в самом низу. Так, дерготня на мече. И в итоге в этой... И вот так вот. Первый доп выигрывает Лина. Да, так немного обидно нарвался, конечно, стресс на вихрь. Стресс обескуражен. Ему нужно побеждать. Точно. Это просто это для стресса это будет просто позор. Можно будет его троллить. Да. Так, ну я готов. Поехали, второй хост. Еще три. Раз, два, три. Который ты сначала воспроизвел. Да, я так и понял. Белый экран. Option. Option. Хотя чуть-чуть. Турбо 45, белый экран. Да, вроде West нормально. Player. Вроде нормально. Так, теперь стресс берет Шреддера. А вы знаете, почему такие проблемы у стресса? Потому что... Мы знаем, стресс силен в защите, но в атаке у стресса большие проблемы. И когда ему приходится что-то самому создавать, вот эти все проблемы и вылезают. Ладно, в общем. Пока что он... Ох, поймал-таки. Хорошая ножка. Сейчас надо было вторую ножку отменять ее вихрь делать, чтобы было все безопасно. Попадает ножка. Ух-ух-ух, блин, сейчас мог затроллить стресса, но это, конечно, сложно рассчитать такие сверла. Чтобы что-то дальше придумывать. Короткие. Ой, блин, что сейчас происходит? Что у нас сейчас происходит, ребята? Ловит каким-то образом стресс. Пойдет ли прессинг? Пошел наконец прессинг. Сделал бросок. Еще одно сверло ловит на мясо. Фух. Ладно, кое-как стресс затащил раунд. Так, ох, молодец, Лина среагировал на подбег. Забивается в угол опять. Слишком издалека дело сверло, стресс реагирует. Дальше это наказано, да, хоть мог на самом деле стресс идти навстречу. Уходит из угла, молодец, правильно все. Я другой не среагировал сейчас. Что пытается сделать стресс? Стресс на шару пытается минус морали сопернику сделать. И скорее всего он ее делает этими действиями, но отлично, Лина. Наказывает вихрь сверлом. Что дальше? Ну почему ты не реагируешь? Неплохо, Раф. Раф в углу. С рафнизатор подбегает, кидает. Преимущество уже у Шреддера. Еще один подбег. Да, все, не успеет уже Раф. Ну что же, стресс сравнивает счет. Вторая пара допов. Нас ожидает.
Давай первый хост. Стресс. Опять хост будет первым. На счет три. Угу. Раз, два, три. Иначе мы тут не идем. Чо-чоус. Уехали. Konami, белый экран. Konami. Option. Не, у меня опять, наверное. Hard Turbo 45, белый экран. Не, все нормально. Last Player, я просто по слову почил. Да, походу дела. Так, ну ладно. Вторая пара допов. Лина берет Донни. А Донни, как мы уже видели... Но Стресс может взять... Он, в принципе, умеет играть. Стресс может взять Шреддера и решить все проблемы, которые у него были. Главное, чтобы он не Донни взял. Вот, ладно, хорошо, пускай будут Майки. Но Стресс решает взять Майки. Ладно, твой бой. Так, и, возможно, грести. Ладно, смотрим, что же ребята у нас покажут. Ладно, дергается Стресс, и не получается бросить Лина. Так, и снова плохой был подпрыг, но в итоге наказал Стресс. Хотя он вроде бы так в коллизии проник, и, ох ты, получается ударить ракетой. И вот ошибается у нас Лина. Да, уже очень много всего огреб, отлично раздергал. Точнее, не раздергал, а просто подбежал, пока Лина сидел на жопе, не успел вылететь пилой. Соответственно, Стресс берет первый раунд. Да, сидеть на жопе это... Очень хреново. Либо надо как-то реагировать и вылетать пилой, либо... Либо как-то по-другому себя вести. Так, ну ладно, смотрим дальше. Так, подарочная была ракета, но, к сожалению, Лина не наказывает. Вот, он просто... Дергается, к сожалению. Да, и начинает дергаться. Но зато вот сейчас неплохо залетает за спину. Продолжает спамить ручку, чтобы к нему не подпрыгнули. О-о-о. И перебивается пила ракетой. Так, нет, тролльское расстояние было наказано. Так, можно было попробовать добежать, нет. Тут пока что дерготня, и Лин просто продолжает... Показывает своему сопернику, атакуй меня, атакуй, но вот все-таки получает в лицо ракетой. Так вот, не получилось добежать у Стресса и кинуть. Всем же чуть-чуть остается времени. Получается бросить, отлично, но чуть не добегает. Все-таки ошибается, времени уже, скорее всего, не хватит. Да, Стресс побеждает в этом допе. Да, видно, что, конечно, нервы у Лина сдали, видимо, тут уже. Ну, видно, стал дергаться сильно. Угу. Должен был терпеть, вот если бы терпел так, как в первых боях за Донни, тогда бы... Может быть, бы и выиграл этот бой. Поехали, второй хост вторых допов. Готов. Еще три. Угу. Раз, два, три. Сильно жмут на The Turtles. Ну там должен был вылетать пилой все-таки в те моменты, когда мог. Да, в те моменты, когда вылетал, не следовало больше ждать. Да. 45, турбо, белый экран. PS Player. Черный экран. Кто кого выбирает? Кто кого выбирает? Стресс берет Хонгхеда. Можно брать опять Донни, я думаю, и все. Или Шреддера все-таки возьмем. Снова шахматы. Ну что, посмотрим, сможет ли сейчас Стресс найти подход к сопернику. Хорошая ножка, надо развивать. Но слишком поздно для комбы. Ох, затроллился Лина. Наказал прыжок. Дальше убивать сейчас будет. Да, убивает комбо. Все мы знаем, что у Катхеда после... У Катхеда с огня всякие разные сетапы есть. Можно так, можно так. Да, Майка надо было брать, действительно. Пока, ну, да, видно, все. Кончился запал. Нарвался на огонь. Так, сейчас могла быть еще одна комбо, если бы Стресс прыгнул. Ой, Лина ошибается, еще раз дергается в углу. Стресс его троллит. И сейчас еще одна комбо пропускает Лина, к сожалению, для себя. Ну и все, это перфект. Да. Вот так Стресс заканчивает. Ну что же, поздравляем Стресса с выходом в следующий круг. Это было для него сложнее в бесконечность раз, чем он ожидал. Поздравляем Лина, отличный бой. Молодец, чувак. Да, учитывая, что он первый раз записался на турнир, а уже дал бой Стрессу, который куда более опытный, чем... В новичках он играл, Лина. А, Лина в новичках играл? Ну, в своих. А, угу. Ну, по крайней мере, на серьезном турнире он выступил довольно-таки достойно. Да. Так. Нет, действительно, были хорошие бои. Так что, все, что многое из того, что выиграно, не все, конечно...
Где-то Стресс, конечно, объективно пинал пинусы. Играл членусом, так скажем. Да, настолько он любит эту игру. Много боев были выиграны абсолютно по делу. Да. Ладно, ребят, мы тогда сейчас немножко прервемся ненадолго и вернемся уже со следующим. Нас ожидает еще один супербой. Да.